Да, бодро, блядь. Сладко на нормально. Привет. Я снова в деле. Ура! Без мочатка. Так интересно посажено, да? Да. Вот тут. Так, пацаны, сегодня мы выбрались покататься на велосипеде. Следовательно, покататься. Всем привет. Выехали, короче, в какую-нибудь деревню. Деревня находится в скольких километрах отсюда? В километрах 14-15 машины сзади едут. Денечек добрый. Мы вот, короче, собрались покататься вдвоем. Давно не катались, все дела закончены, все свободны, как Добби с носком. Сегодня я болею, мне пиздец плохо, пацаны, не катайтесь больными. Я помираю, короче, не катайтесь больными. Вот, короче, сил вообще нет. Но мы решили четко сегодня, да? Взять и поехать вот для видео, пацаны. И сделать видео такое, знаете? Кузя! Сделать видео такое не очень длинное, но чуть-чуть точку хотя бы интересное. Потому что мы тут не были, я думаю, вам интересно тоже будет. И поэтому мы сегодня будем ездить по болотам. Это весь мост некий, пацаны. Мы думали, тут будет речка, а здесь дресня, блядь. Пацаны, наебали нас с речкой. Извините за такие прямые слова. Но мы просто объебаны, блядь. Ебали рот, брат! Гули, гули. Гули, гули, гули. Да, посмотрите, какая. Ну-ну-ну-ну-ну. Смотрите, как ваши волосики, такие же нежные, ребят. Ну, привет,
Давай поймаем пассажиром нахуй. За нами уже нет, мы наблюдаем. Так она напротив дома, это вот левого. Вот левый, левый. Пацаны, мы уже были под наблюдением местных аборигенов. Курица с прической, как у меня. Местные аборигены нас не хотят оставлять без присмотра. Ребят, вы понимаете, чем это заканчивается? Вот приезжайте в знакомое село, а здесь вас просто-напросто жрают. Будь здоров. Спасибо. Ребятушки, красавельчики наши. Короче, получается так, что карта нас обманули. Никаких черту и речек здесь нет. Есть только злые бабки и утки. Их ебать, ты еще нахуй, ты еще, сука, блядь. А значит, где-то рядом поросенок Петр. Пацаны, рарите, не думал, даже про эти номера. Арканзас? Чего? Давай, блядь. Ребята, откуда здесь машина из Арканзаса? Это шутка? Ребят, деревенские бомжи ни за что не сравнятся с городскими. Они вас укусят за шею, и вы никогда не станете прежними. Проверено на мне. Все, ребят, мы, короче, после наших душных дум 15 минут думали где-то. 15 минут думали, наконец придумали поехать налево. И нам так интересно, что же там будет налево-то? Кроме тысячи крапив, я ничего не вижу. О, ребят, силосные ямы обожаю. О, чемодан. Ребят, чемодан. Продаю чемодан. Кто купит? Ну-ка, пацаны, делайте ставки. Героин, деньги или оружие? Опа, нахуй. Нихуя. Я вездеход. Уезжаем отсюда. Тут еще мафиози остались. Цивилизация до них не дошла, ребят. Ринстеритас. Блять, волк. По 12. Ох, ебать. Вы че? Здорово, здорово, здорово. Местный предприниматель несется зарабатывать деньги. Смотрите и учитесь. Ребят, я вам телочек нашел. Здорово, мои хорошие. Как у вас дела? Хорошо все? Давай. Школьная 4. Крапива. Давай остановимся. Сложное движение. Ну, он сейчас с той стороны подгонит. А, он сюда, что ли? Смотри, ебать, такой. Овцы. Да ладно. Да. Не, ну я прям за продавцами. Ну да. Опять эти конские волосы. Угу. Им вроде можно кидаться, нет, когда он высыхает? Шампунь лошадиный носит. На коров, которые послушаются. Ну, стоять. Лягушки. Лягушки, да? Да. Я их тоже вижу дохуя. Вот они, некит, какие они маленькие. Я вижу, вижу. Ребят, смотрите, какая маленькая лягушка. Ее поймал, что ли? Да. Ребят, смотрите. Такая маленькая. Смотрите, вообще мелепиздрическая. Вот тебе и мясо. Кажется, я наступаю на них. Валим отсюда. О, смотри, кваки! Цап-цапы, блядь! Тропинку нашел, еду. Но там камыш. А камыш это плохо. Вот бы квадрики сюда, пацаны! Зажили бы. Ребят, вообще вслепую еду. А вот и дорога. Ах, по яйцам как щелкнуло.
Чечевички, чечевички. Чечевички. Ох, ебать, тут лягушек. Что делать будем? Хуй знает. Что-то здесь как-то не айс. Да. Может, вон в ту посадку вдоль дороги. Ребят, опять оплошность. Сейчас будет токийский дрифт на лягушках. А, комар в ухо попал. Ну все, пацаны. Пацаны, мы, короче, в поле. В поле нет палок. Нет ничего в поле. Ну-ка. Мы делаем костер в поле. Это опасно? Это опасно. Пиздюляне чудовато. Не в том, что мы что-то зажгем. Да, а просто. Но я надеюсь, что с нами что-нибудь случится. А тятя, блядь. А тятя, нахуй. Скумбрия, а атлантическая натуральная, с добавлением масла, консервы рыбные. Но мне нравится. Будем открывать. Бля, вкусная рыбка. Пацаны, берите скумбрию, кильку в томате, вообще хорошо зайдет. Мы, конечно, хорошо придумали то, что разводим огонь рядом с полем. Штуки по три, значит, вот так. Опа-на, нахуй. Опа-на. Опа-на. Какая сильная! Я сосиски отобрать могу. Ах ты, блин. Что под души горело все, блин. Обжигаем их? Мне кажется, их не надо обжигать или надо? Да надо. Хорошо получается, слушай. Сюда их не едет. Бля, едет. Да ладно. Туши нахуй. Блядь. Некий сосиска потерялась. Сарделька. Может тоже взять сардельку. Это мой калибр. Блядь, прям в глаз попал. Почему так дым, сука? Картошка. У нас происходит ремонт. Да. У нас, короче, не работали тормоза. Мы вытащили колодки, почистили колодки. И вроде бы все будет работать должным образом. Так что, господа, если вы ездите по грязи, то извольте колодки почистить. Вот, короче, колодки поставили на место. Чистые колодки, в общем. Короче, они стоят. Они стоят. Вот, видите, вот тут вот. Тут, а, вот стреник, у тебя тут загашено. Видишь, около них уже видишь масло да, какое-то. Вот, ребят, если у вас масло на колодке попадет, то пизда вам нахуй будет, если вы без опыта, блядь, расшибетесь. Да, вот мы ставим колесико. И будем вызволять, короче, колодки заднего колеса потом. Таким там будет, же наверное, вообще жир. Там будет жир, блядь, нажрёмся. Так, переходим к заднему колесику. Ребятушки. Так что, если вы ВДшкой прыскаете там или цепь смазываете, будьте аккуратны, чтобы у вас на ротор ничего не попало. По ротору разнесется на колодочке. А? Видите? Опыт, опыт не пропьешь. Ни за что. Короче. Бля, прям вообще масло в натуре. Короче, я говорю. Я в ВДшку туда попал. Пацаны, не делайте так. Пацаны, не надо ВДшку. Вот, видите? Надо ВДшку тормоза брызгать. Лучше нет занятия, чем почистить колодки землей в поле. Советую, ребят. Блин.
Колодки поставили, сейчас будем ставить на место колёхику. И будем смотреть, что же произойдет. Ща будет проводить, собственно, тест. Да. Так называемый. Да, мы даже в цель ровно попали, что ли? Конечно. О, метод прокачки Марика. Я вам отвечаю, вот так прокачайте все в жизни. Во, ребятки. Я на велосипеде. О, у тебя вообще заведи. О, у тебя вообще какие-то, бля, какие-то ватные. Да, я тебе и говорил. Бля, так удобно. Бля, так удобно. Мне кажется, дело в роторе, серьезно. Слушай, я понял, у тебя велосипед устремлен вперед, у меня назад, блядь. Да? Я вот сейчас смотрю. Ну да, да. Ты вот так сидишь, как бы, вот так, как бы. А я вот так. Велосипед под тобой маленький такой. А он мне большой. Ростовка побольше, да? Он вообще как детский смотрится, блядь. Я вообще на нем как езжу. Прикольно, нахуй! Оказывается, велосипеды вот как бы смотришь, как бы одинаковые, да? Ну да. А садишься вообще разные. А ну-ка. Так, Марик с тормозами. Сегодня мы с вами будем путешествовать будем с вами в далекие и неизведанные страны, ровно по полям. Я порчу посевы. Смотрите на поле, смотрите на нас, смотрите на нашу дорогу, по которой мы едем. Где наш стабилизатор, блядь? Вот, все так близко. Давай, строчка красная, 404. Ух ты! Твой дом еще. Тойота. Так стоит. Привязан сейчас вообще. Или гвоздями забитый, вообще пиздец. Складывай видео. Они могли бы стрелять? А, нет. Слева склады какие-то были, помнишь, да? О, в дрифте, ой! Да. Уи! Крутая тропинка, да? А там кочки были, помнишь, вот в начале? А я лечу, торможу, а у меня колесо заднее диаметр рвается.
Тормоза зажимаю, но не тормозит, вообще прикольно. Бля, интересно.